Війна змусила людей залишити домівки або й зовсім втратити усе, що було. Отож, як залишитися живими і де знайти прихисток? І зараз будемо говорити з волонтерами, які займаються переселенням біженців. І це люди, які вже давно зіштовхуються з різними проблемами. І ми зараз розповімо вам, де можна краще знайти житло, як його шукати. І взагалі розкажемо про те, що зараз відбувається, яка ситуація у Дніпрі і по області. І взагалі, я думаю, що ви знаєте більше, навіть що в Україні відбувається. Отож, сьогодні в нашій студії Артем Заболотніков, волонтер з розміщення переселенців, і Дмитро Самойленко, волонтер з Маріуполя. Дякуємо вам, дякуємо, що прийшли сьогодні до нашої студії. Отож, переселення. Взагалі, це така серйозна зараз проблема, яка, мабуть, з кожним може бути в майбутньому, а вона взагалі з початку війни стала проблемою номер один. Де жити, куди їхати, куди бігти, куди тікати. Отож, на сьогодні з кількома людьми ви вже зіштовхнулися, як ви їх поселяєте і взагалі що зараз відбувається? Ну, смотрите, сложно вести статистику по количеству людей. Я не беру цифры вообще в принципе. Меня не интересуют цифры, меня интересуют просто те люди, вот, которые сейчас требуют помощи. На сегодняшний день обратились тысячи людей. Это даже не сотни, это очень много людей, которые выехали из зон боевых действий. В первую очередь мы их расселяем на волонтерские центры. Они с собой представляют садики, школы, возможно, где-то хостелы, возможно, есть даже гостиницы недорогие, кто может себе позволить, либо там посуточные квартиры. Зависит от того, какими средствами располагает человек на сегодняшний день. Очень много людей едут вообще просто даже без вещей периодически. Есть история, когда люди заходят в бомбоубежище, и после того, как оттуда выходят, Им просто некуда возвращаться. Вот все, что у них на руках было, им приходится идти уже. Есть истории, когда из Лисичанска люди к нам приезжали, им просто отдали свои машины, жители города, просто отдали ключи и сказали, уезжайте отсюда с детьми. Очень много страшных историй. На сегодняшний день, когда они приезжают к нам, наша первая задача – это дать им крышу над головой, чтобы они не жили на вокзале. Это самое главное, самое первостепенное. Как люди звертаются? Чи вони знають, куди треба звертатись, чи вже ви очікуєте, чи ви можете підійти до тих людей, які з речами на вокзалі, зрозуміло, що це вже люди, які потребують допомоги. У нас є номер гарячої лінії. Ми створили телеграм-канал, куди люди можуть зайти, і ми розміщаємо там більшість варіантів. Так як квартири, так як волонтерські центри. Мы поддерживаем связь со многими волонтерскими центрами, которые тоже также могут разместить людей. Люди дозвонились. Телефония работает отлично. Це якщо вони додзвонилися, але ж знаєте як, телефон розрядився. Ну, хто знає, в такій ситуації може бути все, що завгодно. Немає інтернету, чи він пропав, чи може люди, от як ви казали, з бомбосховища вийшли, поки доїхали і все, і немає ніяких можливостей. То вони приїхали сюди, можливо, їх краще, щоб хтось зустрічав, наприклад. Чи є там на вокзалі такі можливості? На вокзалі є. На вокзалі, звісно, на вокзалі є волонтери, які розміщають, там є... Я не помню, супермаркет, который раньше был супермаркетом, сейчас там есть размещение волонтерское. Туда принимают с детками, туда принимают мамочек. В том числе там на самом вокзале есть люди, которые могут дать и мой номер в том числе, и помогают набирать. Было такое, что звонят волонтеры, говорят так и так, такое-то количество, помогите разместить. В любом случае, кроме того, есть еще на вокзале номера телефонов горячей линии волонтерских, официальных волонтерских центров города Днепр, и люди получают всегда помощь. Особенно очень большой наплыв был 4, 5, 6 апреля. Это очень много, громадное количество людей ехало. Я посмотрел по статистике, у меня было 2800 входящих звонков. За день? За день, да. Это 5 апреля, это самый-самый большой пик за всю историю, которую я занимаюсь этим видом работы. И сейчас уже все пошло на спад. Как многие уже выезжают из Днепра в Киев. На данный момент уже есть свободные места в волонтерских центрах, но тогда это был просто огромный наплыв людей.
И сейчас уже больше, в том числе волонтерских центров, больше номеров телефонов. Люди передают из рук в руки. То есть, ну, таке сарафанне радіо працює, тому що, так, да. Тому що знають, да. Де до кого можна звернутися, хто може точно розмістити і взагалі, чого можна очікувати. Бо зараз, окрім того, що може бути все добре, так, є ще і такі злочинні, можливо, якісь моменти, на які треба теж звертати увагу. И не потрапити. Вот чи траплялися у конечно, вашей сейчас, ситуации? Да, сейчас очень, сейчас очень активизировались товарищи-мошенники. У них сейчас, наверное, просто пик доходности из-за паники, из-за надежды людей, что все-таки в мире еще существует доброта. Они в надежде, что получат квартиру или какое-то жилье, отправляют заранее платеж, якобы для того, чтобы забронировать там жилплощадь. Ну, ну і залишається ні з чим, да, звичайно, да, треба да. Все перевіряти. Да. А які є рекомендації? Можливо, ви можете рекомендувати щось, аби люди не потрапили до такої ситуації? В першу чергу я призиваю к тому, щоб люди, приїжджая сюди, уже здесь, в Дніпрі, починали искати какое-то жилье. Не издалека, потому что ситуация на рынке меняется без преувеличений каждые 15 минут. То есть, если квартира выходит в эфир, как говорится, да, вот появляется в каких-то источниках, она 15 минут свободна. Потом она сразу же сдается. Это речь идет о недвижимости с ценником до 10 тысяч гривен. Однокомнатные в основном ищут где-то порядка 6-7 тысяч, то есть в таком диапазоне до 8. Двухкомнатные там порядка 8 до 10, и трехкомнатные, ну, 10-12 тысяч. Вот в таких диапазонах в основном люди для себя подбирают жилье. Ну и треба заздалегідь на 3 месяца, мабуть, так? Чи як зараз? По-разному. Слушайте, вот вообще по-разному, да. Даже если в довоенное время обязательным условием было 100% залоговая сумма, которая возвращается по выезду, то сейчас многие собственники идут на, ну, с пониманием относятся. Где-то не берут вовсе эту залоговую сумму, где-то берут 50%, потому что, опять же, незнакомые люди едут. Ну, они завтра выехали, оставили долги по коммуналке там, и так далее. Есть такие вопросы. Поэтому берут 50%, либо разбивают, к примеру, этот платеж. Ну, в любом случае, с пониманием относятся к людям, которые приехали из горячих точек. И стараемся общаться с собственниками для того, чтобы те квартиры, которые ранее продавались, к примеру, чтобы мы их могли сдать. В любом случае, в этом отношении, ну, при любых раскладах нельзя ни в коем случае, ни за что отправлять деньги заранее кому-то на карточку. Как бы не рассказывали, там, золотые горы не обещали. А особливо, якщо отак обіцяють, да, то треба, да, ще, да, більше звертати увагу, бо справді, да, зараз війна, зараз така ситуація, і якщо вам часом починають розповідати щось таке, то це вже сигнал, це вже дзвіночок. Пане Дмитро, ось ви справді з гарячої точки, з нашої України, ви все це пережили на собі, і ви розумієте, як же зараз тим людям, які їдуть і які шукають собі щось? Зараз дуже тяжело по інформації з людьми, з якими я зв'язуюся в даний момент. Зараз там роблять, як мені правильно сказати, фильтрацию проходят люди, и до этой фильтрации не пропускают никого. Выехать оттуда очень сложно. И люди идут в крайности. У меня есть многие знакомые, которые просто едут лишь бы куда, только от обстрелов. Многим людям уже негде жить просто там. И 10 числа застрелили мирного жителя, это был мой кум. Вот, 3 дня назад буквально. И он никогда он не держал в руках оружие. Я не понимаю, как так случилось. Просто слов нет. Ну, там происходит сейчас очень ужасные вещи. Страшна трагедия, война, да. Це просто жах, який нам всім зараз доводиться пережити. І ми співчуваємо, звичайно, втраті, кожній втраті, яка є зараз в Україні. Але, ну, що, далі треба жити, і іншого варіанту немає. Треба рятувати себе, рятувати своє життя, особливо дітей.
і ще думати, як жити далі. Справді, зараз люди, багато хто намагаються виїхати за кордон, тому що Україна вся зараз під великим питанням, так, це війна. За кордоном, чи там простіше з отриманням житла? Чи ви керувалися ось цим питанням, коли розселяли людей? Чи ви їм могли щось рекомендувати? По поводу выезда за границу. Сейчас, вот прямо на сегодняшний день, такого тотального выезда за границу я не наблюдаю. Многие, очень многие люди хотят остаться в Украине. Многие очень остаются в Днепре. Некоторые ребята сейчас, вот автобусы очень большие, большое количество людей едет обратно в Киев. Но так, чтобы огромное количество людей, вот как в начале боевых действий, уезжало за границу, я не могу отметить. Потому что на сегодняшний день оттуда уже приходит информация, что сложно там уже найти жилье, сложно уже найти работу. Ну и люди с опаской относятся к тому, что для них неизвестно. Есть автобусы волонтерские, которые отвозят людей бесплатно. Есть с вокзалов отправляются автобусы, которые за деньги отвозят людей в Польшу. Происходит это методом пересадки людей в Львове. Пересаживаются на польские автобусы и уже там развозят. Но за граница уже, скажем так, она достаточно заполнена. Что касается Польши, это огромное количество. Да. Украинцев. Германия тоже уже, скажем так, достаточно сильно большое количество людей. Ну, мне сложно что-то говорить в плане того, что надо переезжать или нет. Ніхто цього насправді не знає, так. Ми це розуміємо всі. А з приводу поселення в Дніпрі, і справді люди, коли їдуть, вони вже розуміють, що, можливо, у нашому місті можна і не знайти житло, тому шукають поблизу маленькі містечка або села. От наскільки там безпечно? Чи треба ось таку інформацію розглядати? В селах на сьогоднішній день теж, смотрите, є села, які... в которых, к примеру, размещены какие-то военные части. Есть такие села. Есть территории, вот, допустим, я не рекомендую там аэродром, да, допустим, там есть тоже территория населенного пункта, где мы не рассматриваем для людей какие-то места проживания. Есть, ко мне обращаются люди с предложениями, там, сел, там, Спасская, Обуховка, Обуховка можно уже считать как район Днепра. Частина. Да, угу. То есть ближайшие районы, но опять же, огромное количество людей за это время приехало в Днепр. Огромное количество людей уже живет в каких-то объектах, в каких-то домах, квартирах. Что остается? Много остается жилищ, там, которые не совсем обустроены для проживания. Но там, опять же, можно... навести порядок, можно добавить какую-то мебель через волонтерские центры. Сейчас мне дали возможность поселить в частный дом людей, занимаемся, просто отдали ключи, люди за границей находятся, просто отдали ключи, но там нету никакой мебели. Готовился под продажу дом, все, вот он пустой. Отдали ключи от квартиры в ЖК «Панорама». Но там тоже, там полностью все вот под строителей. Там надо, опять же, обустроить. Там можно поселить 3-4 семьи. То есть там комнаты. Ви вже дивитесь і реагуєте на те, що поступає, все одно житло потрібно, так? І треба дивитися, що саме можемо ми зробити з тієї ситуації, яка є на сьогодні. Краще десь поселити, аніж людина буде на вокзалі, конечно, або просто конечно. Десь просто неба. Треба, звісно, розглядати усі варіанти, які є. Пане Дмитро, ви займаєтесь теж тут зараз у Дніпрі волонтерською роботою, ви не залишились осторонь, так? І справді знайшли собі роботу. Яку саме? Чим ви займаєтесь як волонтер? І чим ви можете бути корисними? Я... Можна, да? Про... Волонтерський центр. Да. Так, волонтерський будь ласка, центр, так. Который предоставил нам Холод Сергей Борисович. За что ему большое спасибо.
Там можем мы разместить около 60 человек. Там у нас очень тепло и ну, достаточно всего для проживания нормального людей. То есть, так, зрозуміло, зрозуміло. Тобто ви займаєтесь такою ж роботою волонтерською, так, якою могли би... Я просто пытаюсь помочь людям, которые вырываются из вот этих обстрелов и приезжают, у которых нет ни дома, не осталось ну, ничего, хотя бы на первое время. Мы не можем их расселить там на долгий срок, но мы... Чисто для адаптації, скажімо так, да? З приводу адаптації, якраз хотіла запитати вас, пане Артеме, як адаптуватись на новому місці, чи є рекомендації? От ви вже все це пройшли на собі, так? Ви вже займаєтесь зараз активною діяльністю, тобто ви зараз волонтер, а от пан Артем кожного дня зіштовхується з тим, що людям дає можливість розселятися, і ви вже можете щось рекомендувати. Ви бачите, як і що відбувається? Ну, смотрите, в першу чергу, з моєї точки зрения, опять же, для того, чтобы человек начал себя более-менее комфортно чувствовать на новом месте, важно именно вовлеченность в процесс. Ни в коем случае нельзя замыкаться на событиях, которые происходили, которые вот сейчас необходимо активно каким-то образом просто заниматься поиском жилья, заниматься поиском работы, то есть смотреть в будущее, понимать, что все, на этом жизнь не заканчивается. Это просто период, просто этап, который, да, он сложный, он гораздо сложнее, чем был до этого, никогда, может, человек с этим не сталкивался, но необходимо в любом случае продолжать действовать, в любом случае продолжать какие-то для себя делать блага и так далее. Дима, когда к нам приехал, вот у него тоже такая была задача, чтобы просто не сидеть ровно, да, и там смотреть, как это все происходит. Он в первые дни проявил активность и стал помогать, хотя он сам беженец, хотя у него самого проблемы и беда, он начал помогать тем людям с нами, которые требовали помощи. Включился очень активно, спасибо ему за это большое. И те люди, которые приезжали уже, они на нас, например, они вот на тех, кто там на месте, они на нас смотрели, ну, что вы понимаете, как бы, знаете, ну, нас там обстреливают. А когда подходил Дима, когда они знали, откуда он, они его принимали как человека, который их понимает. И, ну, свей, да, так, свой. Да, уже, да. И здесь коннект такой был. Вы знаете, для нас это было прям как такая вот вишенка на торте. Зв'язок, да, так? Да, зв'язок. Да, да. Через Дмитра зв'язок з людьми, да, щоб вони не боялися, щоб вони знали, що є будущее. Що тут, так, да. що життя може продовжуватись не... і воно повинно продовжуватися за будь-яких обставин. Я вам дуже дякую, що ви цим займаєтесь зараз, допомагаєте людям. Дуже хотілося б, щоб ми всі згуртувалися і справді в цій біді об'єдналися, бо ну, інакше у нас немає ніякого вибору, немає шансу. А нам треба бути живими, здоровими, якомога більше людей, щоб були задіяні у той процес, який приведе нас до кращого, до перемоги, до щастя и до всего, что должно быть у каждой людины. Пожалуйста. Да, хочу еще поблагодарить всех людей, вообще в принципе огромное спасибо тем, кто оказывает любую помощь нашим гостям. Любую, просто. Это продукты, это памперсы для деток, это все что угодно. Вот мелочь, вот маленькая мелочь может им помочь. И не только это показывается как материальное или какое-то проявление. Многие ждут реакции от нас, что они не одни, что мы способны дать нечто большее, чем просто их принять или просто там им дать койко-место. Какую-то часть нашей души. К нам приезжают люди, которые делают маникюр там или там могут постричь там, просто дать какой-то кусочек внимания. Огромная благодарность тем, кто дал возможность развития этого волонтерского центра, в частности Сергей Борисович Холод, за которого шла речь ранее. Все преподаватели, ректора университета, это просто очень крутые люди, они материально помогли для того, чтобы вообще этот волонтерский центр был создан. И очень хотелось бы обратиться к людям, которые пытаются заработать на наших гостях, которые сюда вынужденно переехали и создали таким образом ажиотаж. Те, кто поднимает цены
в десятки раз больше, чем они были в довоенное время. Речь не идет сейчас о недвижимости, речь идет в принципе о разных услугах, которые сейчас необходимы людям. Речь идет также о ребятах-таксистах, которые за 2,5 километра берут 400 гривен. Ну, перечислять можно? Пожалуйста. Обращаюсь к вам. Люди едут с под обстрелов, люди едут без вещей, без денег, иногда даже без документов. Огромная просьба относиться к этому с пониманием и каким-то образом вникать в их проблему и давать им возможность даже бесплатно перевозить в каких-то там моментах. Спасибо вам большое. Дякуємо вам також. Дякуємо за таку велику роботу, яку ви робите кожного дня. І справді хочеться до всіх звернутися. Треба бути людяними. Ми зараз всі в біді. І кожного дня ця біда може бути чи більшою, чи меншою в кожного з нас. Тому треба завжди про це пам'ятати і бути іще кращими, ніж ми могли би бути до війни. Я вам дуже дякую і теж намагаємося тримати спокій, рівновагу і жити далі. Зустрінемось за декілька хвилин.